У нас больше нет государства. Армения — это всего лишь алфавитный указатель. Об этом на своей странице в социальной сети написал заместитель председателя Республиканской партии Армении РПА Армен Ашатян. Неоспоримый факт. У нас больше нет государства. Армения — это всего лишь алфавитный указатель, ритуальная деталь, политическое недоразумение в списке стран-членов ООН, на латинице где-то между Аргентиной и Австралией. У нас больше нет государства, и не только по вине капитулянта. Причина намного глубже. Государства создаются нациями. У нас больше нет Республики Армения, потому что у нас нет армянской нации. Вместо нации, сегодня на 29 тысяч квадратных километров проживает армянское население, биологическая популяция. А популяции не могут иметь государства, в лучшем случае, ареал. Другими словами, армяне уже не политические существа, а этнографический подвид, который такими темпами совсем скоро окажется в Красной книге, а государства нет, потому что создавший его народ просто исчез. Написал заместитель председателя Республиканской партии Армении РПА Армен Ашатян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.